Спасибо. Ресторан Достоевский. В ближнем доме и он жил и писал. Радость и среча стварают человека прелепим. В книге «Белые ночи» 1848. Эво как выглядит ресторан. To je ujedno i hotel. Malo je muzika moderna za Dostojevskog, ali u starom je stilu, baš je u njegovom carski, ali ne previše bogato. Druga soba restorana, komplet njegovih knjiga. Победа. Итог. В послевоенные годы дети могли видеть здесь, например, легенду Зоопарка бегемотику по кличке Красавица, пережившую и революцию, и гражданскую войну, и сильнейшее наводнение, Петропавловская крепость, обстрелы и голод Бахар. Сейчас в зоопарке обитает около 3000 животных. Сейчас нам открывается вид на необычное красное здание с огромным внутренним двором через пролив напротив крепости. Это Кромвель, традиционное оборонительное сооружение, которое